А из торгово-развлекательного центра «Июнь» в Красноярске эвакуировали продавцов и посетителей. Об этом сообщают очевидцы и предприниматели. Сотни человек вышли на улицу и ждут, когда смогут зайти обратно. Причина, говорят очевидцы, в минировании. Ложное оно или нет, сейчас проверяют правоохранители. В МВД официальных комментариев по этому поводу пока не дают. И это не первая эвакуация за сегодня. Так, в 2 часа дня сообщение о минировании пришло на электронную почту Роева ручья. Несколько сотен человек попросили на выход, а экспозиции закрыли. Пришлось вывести всех посетителей и сотрудников за территорию парка. Вот охрана у нас наблюдала через видеокамеры за животными. Были вызваны сотрудники специальных служб. Приехали кинологи с собакой. Поскольку территория достаточно большая, вот это все затянулось. И примерно с 2 до 4 мы не работали.